Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на устройстве UMIDIGI Power перейти в режим Recovery. Для этого нам нужно в первую очередь выключить наше устройство, и затем, после его полного отключения, зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения и кнопка громкости вверх одновременно на несколько секунд. Попадаем в такого рода меню. В данном меню используем кнопку громкости вверх, чтобы перемещаться, и кнопку громкости вниз, чтобы сделать выбор. И выбираем первую опцию Recovery Mode. И примерно... Затем, когда видим такого вот робота андроида, под ним сообщения команды нет, зажимаем кнопку включения и нажимаем кнопку громкости вверх один раз. И таким вот образом мы выпадаем в режим Recovery. Здесь в режиме Recovery используем кнопки громкости, чтобы перемещаться, и кнопку включения, чтобы сделать выбор. И имеются у нас здесь такие опции, как Reboot System Now, Reboot to Bootloader, Apply Update from ADB, Apply Update from SD Card, Wipe Data Factory Reset, Wipe Cache Partition, Mount System, View Recovery Logs, Run Graphics Test, Run Local Test и Power Off. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!